Ну так, дорогие любители. Почему-то вдруг у нас стало выше. Так, G по Z вниз чуть-чуть. Вот так. Вот так правильно будет. Хорошо. А для пушки мы можем тоже маленечко опустить. G, Z. Вот так достаточно. Все отлично. Так, я сдвинул маленько шарик в сторону для того, чтобы натянуть вот эти самые. Смотрим сейчас сбоку. Так, если я отсюда подтяну, они будут не одинаковые. Поэтому я сейчас еще раз G немножечко подвину ее. Вот так, допустим, да, вот так. Вот так будет хорошо. Так, теперь мы возьмем вот эту штуку. И будем ее протягивать вот сюда. Вот так. Раз. Нажали. Ясно, что она теперь где-то там, в дребенях этих. Смотрим сбоку, здесь все нормально. Смотрим с этого боку, ничего ненормального нет. И двигаем G по ZX. G по X. Вот сюда. Вот так. Ставим сюда, да? Отлично. Далее. Точку вот эту. Еще раз тоже. По иксу давайте сделаем. G по иксу тоже. Вот сюда. Так. Похоже, конечно. Ну-ка, теперь повыше G по Z. Так. Не-не-не. Не то. Вот так надо. И отсюда уже сказать Е, по-моему, да, и затянуть ее вот сюда. Есть. Ну что ж. G. Вот сюда поставим, чтобы не загибалась в нее. Да, надо тщательно сначала все сделать, и потом уже вот это уже красиво. Отлично. Так, это будет канат 1. Отлично. Это тут. Чуть-чуть это двинем. Вот так. Все, мы поставили канат. Канат это хорошо. А остальное нам все пока не нужно. Убираем все. Идем сюда. Сначала установим назад наш этот Shift A. Shift A. В чем дело? Выделено что-то или что? Mesh. И нам нужен кружочек циркля. Уменьшаем его. Ну, если кто-то не забыл, мы делаем сейчас G по Y. Мы делаем не что иное, как канат. Вы уже знаете, как это делать, но на всякий случай покажу еще раз. Объект Set Origin мы переводим в 3D курсор. Это важно.
потому что мы сейчас будем делать Shift D, да, видите, вот стало, да, и сразу RZ 90 градусов, вот он у нас стал сюда, отлично. Ну, можно было, конечно, чуть поближе сделать. Так, давайте-ка я сейчас сделаю следующее, маленечко подвину это дело, вот так, так. И сеториллин, опять же, 3D курсор. Все, вот теперь Shift. Shift D мы повторяем. Потом RZ 90 выставляем сюда. Эту тоже Shift D. RZ 90, она встает сюда. И вот это теперь тоже говорим Shift D. 90, нет, RZ 90. Вот они встали. Отлично. Теперь мы их всех выбираем. Говорю, Ctrl J. Создаем единое. У меня такое ощущение, что они слепились. Вот канат стоит. А это что-то другое. Ну, не важно. Мне бы хотелось знать, что это такое. Циркли? Да, вот они, циркли. Так. И теперь мы идем в замечательный деформер, модифер скрип. Вот он сделал такую лепешку. Теперь мы это скрип поднимаем. Выбираем, как у нас будет выглядеть этот канат. Допустим, вот так, да? Смотрим, он у нас слишком большой, это уже видно, поэтому мы можем его вот так уменьшить. Самое главное, это теперь поставить ее, заставить ее вот проследовать этой штуке. Вот это главное теперь. Так. И чтобы второй раз не делать ее, то есть я скажу сейчас сразу Shift D. Просто отодвину пока сюда, по Y. Пускай стоит, она мне не нужна. Оп, стоп. Вот. Тут у него все правильно, в центре. Теперь мы пойдем модифер курва. Вот она. И скажем, что у курвы объект, это вот этот объект. Раз, где она? Вон она где-то встала, непонятно где. Так. Нам нужно теперь найти, допустим, Z. Да? Нифига, это не то. Сейчас я назад сыграю. Так, X нет, Y тоже нет, Z похоже, но это не то. Вот, я убрал все трансформации, вот она встала сюда, да? Это же прекрасно. Почему? Да потому что мы идем в его модифер. И говорим, что у нас их, знаете, сколько кусочков этих? До самого, вот. И получаем канат. Смотрим. Видим, что канат готов. Великолепно. Так, теперь то же самое, но надо сделать. Это вот откуда у нас взялось вот это вот? Я это не заказывал, между прочим. Это странно. Сейчас посмотрим, откуда это идет. Так. Ниже. Сюда, здесь вот так,
И она встала вроде как туда, куда нужно. Так. Далее нам нужно сделать следующее. Вот этот вот поместить в центр. Иначе он, мне кажется, не будет работать. Скажем 0 0 и 0. Вот он встал на 0, все прекрасно. Теперь проведем ту же самую операцию. Выбрали эту, идем в модифер курва и обозначаем вот теперь вот эту курву. Так, вот он куда-то улетел, там непонятно куда. Это я зря сделал. Так, ищем теперь, какой здесь Z был. Вот, да, Z. Прекрасно. И теперь здесь просто-напросто в этой штуке увеличиваем количество. Очень мило, скажем вам, мне нравится. Так, отлично. Что у нас по времени? 11 минут, а это ерунда. Ну вот так мы это сделали, дорогие друзья, да? Все вроде бы как нормально. Но останется только отзеркалить, mirror применить, да и все. Для этого нам, конечно, надо будет сделать следующее. То есть вот этот выбрать, вот этот, сказать Ctrl-Ut. Это одно целое. Сразу применить к нему. B пускай применится. И мы его сейчас знаете, они разного цвета будут, поэтому я думаю, что это неправильно было. Это одно. А вот это совсем другое. Вот эти я бы мог соединить вместе. Вот это и это. Да, сказать, что это йод. Все правильно. И тогда я вот могу взять вот эту штуку, сказать модифер mirror по Y. Сейчас убрать. Не понял. По X. Ну давайте по X, да? Вот по X, отлично. Теперь вот эти два. Тоже говорим о mirror. Вот они здесь появились. После того, как мы это сделали, я предлагаю повторить вот эту операцию. Только здесь. То есть она навряд ли она будет совпадать. Мы там что-то крутили, вертели. Поэтому лучший вариант это протянуть сюда опять канаты. И проделать эту же операцию. А потом мы с вами вернемся вот к носу. На носу у него тут тоже целая висюлька висит. Вот она, видите. Вот, и мы ей займемся уже в следующем видео. Ну а теперь пока. Всего доброго.